Владимир Машура работает водителем троллейбуса 12-й год, но в конкурсе названия лучшего участвует впервые. К испытанию готовился тщательно. Надо не только показать технические навыки, но и знать устройство троллейбуса, а также демонстрировать высокую культуру обслуживания. Больше всего ПДД и вождение. Это наш основной заработок на дороге. Мы должны знать хорошо правила дорожного движения и уметь маневрировать на дороге. Аккуратно объехать канаву, перемещаться, чтобы из стакана с водой в салоне не пролилось ни капли, проехать змейкой, припарковаться задним ходом. Быстро и четко водитель троллейбуса должен вести себя за рулем. Осенью 2020 года столица региона удостоилась чести принимать всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Самарцы Сергей Василенко и Евгений Иркин завоевали серебро и бронзу. В этом году сотрудники первого троллейбусного депо ТТУ Сергей Василенко и Иван Тюлькин, занявшие первое и второе места, отправятся в Омск представлять Самару на всероссийском конкурсе. Третье место у Александра Соловьева. По итогам самарского этапа победителям вручены почетные грамоты и памятные кубки. Когда наши участники участвуют в этих конкурсах, даже если он какой городской, то сразу, если они занимают призовые места, им сразу повышается классность. То есть не нужно ждать 3 года или там 5 лет, им сразу повышается классность с 3 на 1, соответственно, это сразу влияет на его зарплату и на выслугу. Желающих стать водителями и кондукторами ждут на предприятии. Работает система наставничества и поощрений. Конкурсы профмастерства – один из элементов этой системы. Для работников предприятия такой конкурс важен. Он важен для водителей, он важен для тех, кто собирается стать водителями, потому что на примере этого конкурса мы видим, как растет профессиональное мастерство. Рекрутинговая кампания в трамвайно-троллейбусном управлении продолжается. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.